Крохина Вероника, 11 лет, ученица 5 класса, ГОНН Новоселовская гимназия. Стихотворение Юлии Друниной. «Стираются лица и даты», посвящено событиям Великой Отечественной войны. Стираются лица и даты, но все ж до последнего дня. Не помните о тех, что когда-то хоть чем-то согрели меня? Согрели своей плащ-палаткой, или тихим шутливым словцом, или чаем на столике шатком, или попросту добрым лицом. Как праздник, как счастье, как чудо, идет доброта по земле, и я про нее не забуду, хотя забываю о зле.